Да, сэр! Вот смотри, там Игорь и Кисло, и Мыша. Да блин, все, перезагружаем. Не... Несправедливо распределить. Да все, он вышел уже, он выбыл из игры. Пол команды нету. Все, пол команды нет. А, нет. О, какая ситуация классная. Мне нравится, да? Да, чем тут тебя удивить? А эта херня просто эффективна. Держи. Вспышка. Вспышка. Покрышка. Вспышка. Ooh, there were batteries left. Мир. Мир. Это конфеты такие есть. Мир. И обратно. Блять, и умер я. Silly bitch. Bitch. Yes, sir. До того момента, как Фектор походит, у него уже команда не останется. Поэтому не надо играть вчетвером. Watch this. Черт. Блять. Скосил. Трейдер. Мне половина команды уже не останется. Yes, sir. Блин, отлично мы эти черепи распределились. Туда. Я, конечно, ни на что не намекаю. Бросай! Бросай! Ой, пизда мне! Блин, ну мне просто повезло с таким расположением. Вот так вот. Yes, sir. Котя. Не бормотя. Пацаны, вам не кажется, что кислого слишком много в этой игре? Нет. Как раз таки очень мало. В красную книгу попал, кстати. Вымирающий вид. Так что лучше не трогать. Fire. Нет у тебя совести, абсолютно. Ты не раскисай. Все в порядке будет. Ну, погоди. По красоте. Yes, sir. Похуете, блядь. Замечу, что я разбалансирован так, чтобы все вот этот кидали красные гранаты. Блин, ну охрененно сбалансировано, если честно. Там же-то кроме гранат нихера нет. Не, просто красная граната на самом деле ущербная. Давай быстрее.
Ну все. Скучно. Не знал, что он пойдет за мной. Ну, как всегда пишет. Бля, что мне делать? Ну, прыгать за гранаты я тоже не буду. Может, попрыгнуть, хер его знает. Да, я попрыгну. Тебя слишком много, ты заполнил всю луну. Блядь, какой дебаланс? Блядь, ты ж тренировался, пиздец. Дебаланс, блядь. Ой, блядь, чё мне... Флэш даже говорил, что тебе надо шопать научиться. И ропать. Флэш. Ты какой-то флэш легендарный. Я о нем столько слышу, но ни хера не вижу. Не надо вот сейчас. Легендарный флэш. Бля, Вектор, напиши, что он легендарный. Легендарный флэш. Флэш вернулся. Сука. Уберите нахуй. Что ты сделал? Молодец. Продолжай. Ты бы еще задний прыжок сделал. There were batteries left. Бля, теперь мне как-то надо тут сработаться. Чё, блядь, маленький пиксель? Я ударился только что в маленький пиксель. Охуеть. Как всегда. Ну, блин, скажу тебе, там не маленький пиксель, там дохера пиксель. Ну, блядь, он достаточно маленький, чтобы я не зацепил его, но я его зацепил. Ужас. А прикинь, а если бы встал на этот пиксель? А? Если бы встал на этот пиксель, прыгнулся. Его бы запил. Пам-пам. Текс, давай-ка. Ай, ладно. Радуга, ты знаешь, что ты можешь моей техникой воспользоваться? Лучше расскажите про подвиги легендарного Флэша. Бля, Вектор, а чем знаменит Флэш? Мочить червей. Ебать, что за нищенская могилка? Многомобован. Не модная могилка, никак у нас. Крутых чуваков. А ты подойди и активируй. Отойдешь. Бля, я что, тупой по-твоему, что ли, или что? Ты такие идеи мне даешь, как будто я тупой, блядь. Сейчас возьмёт и подойдёт. Блядь, тут подойду, блядь, и прыгну, на. Рыжик. Заебались. Понял, блядь. Блядь, почти. I felt a breeze. Я уже надеялся, что эта мина его к нему подъедет, блядь. Не выебывайся больше, понял? Видел это? Запоминай. Блядь. Ебать, я даун. Reinforcements have arrived. А? Торпи этих червей. Опять он с веревками кажет. Слышь, орёт опять он с веревками. Скоро Фектор перестанет со мной играть, потому что я, сука, с одними веревками играю. Ну вообще, хотел Гарфилда, но к тебе тоже неплохая идея. У Фектора какая-то паранойя. Если чувак на веревке, то значит... Блядь, ну почти. Класс. Я уже думал, Эрил пойдет.
А чё, урон мне нанесло? Или мне показалось? Блин, напряженная игра. Я прям вспотел. Меня пот прошел. По-моему, в твоей комнате просто жарко. Не, у меня дождь прошел недавно, и окно открыто. Очень жарко. Я просто от напряжения потею. Бедный Фектор. Наши телепорты низ. Молодец. Ты хоть выжил. Что это, кот мой? Чё нахуй модный? Бля, чё мне тут делать? Ну, котик. Мочи котик. Да ну, я вон Эрю лучше завалю. Ай-яй-яй, Эрю завалит. Эрю, тоже кончен. Что, потная катка? Хуй сосать будешь? Да ну нахуй мне этот хуй, блядь. Ай, гранату лучше. Да-да-да, кидай. Блин, кидай. Котя прилетит. А чё я тут буду делать? Дай гранату под ноги. Обустраивай квартирку. Сейчас я пентхаус замучу. Подвальчик пинкамины. Смотри, как по красоте сделал, хуй выберусь. Все щели селись тебе за дверь. Yes, sir. Операцию тёлки одной проводили, вместо разреза и жопу зажили. О, вот тут красную давай. Прям под этого. А, почти второго скосил. Глупо. Yes, sir. Сейчас ствола-то утонет, нахуй. Игорь, а? Изобрази комара. А, бля, пацаны, прикиньте, как было бы круто, если бы комары вместо жужжания летали со звуком. Давайте вместе все. Давайте, раз, два, три. А радуга молчит. Я пил чай. А, не, а если бы они ниже не пищали, а стонали. Ну я это все записываю, если че. Да похер вообще. Ты вообще-то ходишь. Я хожу, а, бля. Я тут стону, а. А тут хват твой, между прочим, 15 секунд и все дела. Нахер. Че, охуел? Ты же знаешь, что он не умрет вообще. Камикадзе! Кто тут не умрет? Ты не умрешь. Нихуя ж себе. Слышу, вообще дикий просто. Он такой, сейчас закопаюсь, меня никто не достанет. Тут кислый, сука. Мазафака. Так, кого тут надо добить? Так что ты записываешь, потом куда будешь обращаться? Возьми, скажу, что ты педофил. Ой, зря я тебе скажу. Досмот. Так, что тут? Вау. Что это такое? Паяльная лампа. Запаяй кого-то до смерти. Чё могу? Hello. Здорово. Здрю! Привет.
4. 4. 2, 1. Давай, давай. И так эта мина до него и не добралась. Да. Она до него стремилась всю игру, а тут взяла и не добралась. Мочерю, спасай молестия. Нифига себе, у меня еще один череп есть. Че, охуел, ебать? Я думал, у меня один череп остался. Слышь, он ко мне пришел, я сейчас тебя убью нахуй. Пиздец. Как это один червь? У тебя два червя. Не, я сначала подумал, что один, а потом, типа, блядь, два. Ну, короче, сложно. Нет, аптечка. Я ее забрать хотел. Пожалеешь. Так а чего ты им предупредил, что записываешь? У тебя же на канале там 18+ написано. А, ну ладно. Снимаем порнуху, пацаны, с червями. Как те змеи, которые себе вот этот пол ебла, ой, пол тела в ебло засовывают. Блин, ну это японское извращение какое-то. Yes, sir. Слышь, а ему еще и коробочки дают. Я такого не поймаю, это слишком японское. Так, кого можно... Ну, почему ты сюда поставил, да? Ну, лезьте, Рип. Рип мой скин. Нет! О, шит, I'm sorry. Все-таки попало. Ха-ха-ха. Ой, блядь. Сектор мне оставил одного здесь. Воевать. Что там? Кто первый ствол теперь достанет, тот, блядь, и этот. А мне паяльная лампа. Тут же можно... А радуги Армагеддон, блядь. Тут же можешь Армагеддон выпустить? Да. Это хорошо. Радуга всю игру, блядь, Армагеддон ебаша. Злоди Селестия, ноги. Сшивайте их. Ножки зашили. Еще пару дырочек. Лесенку решил. I don't like playing with the boys. Не, блин, люблю я все время забываю, что хожу. Что-то я... Пельмоходцы. Что не понимаю, ну. Вот, балки тоже поставлю. Вон, хочу в дырку попасть, он между осколком рога и другим. А только о дырках и думаешь, да? Ой, блин, как смешно, шутка. 18+. Все, 18+ контент. Шок, детям нельзя. А это еще Гуру, слышишь? Смотри, как разорвала принцессу. Порвал всю принцессу на куски просто. Голову я снес. Да ты посмотри, блядь. Мозговые черви, у нее черви в мозгу. Причем никто иной, как сама Виктория. Ага. Надо карту такую сделать, типа человеческий организм. Там кишечник, все это видно, чтоб черви в нем лазили. А я делал карту организм Жбонда. Не я, Фиектор делал. Жбонд, короче, Фиектор сделал. Жбонд понял. У него пустая башка, в центре башки грецкий орех с надписью «Спид». Там спавнится черви, а вместо рук, короче, клешни. Жбонд, наверное, обиделся. Не, он на этой карте играл. Бля, что я тут сделаю? Патимейкер под ноги. Патимейкер под ноги. Не утопиться, что ли, если очень подходно. Скучно. Подкрепление прибыло! Блять, вся битва происходит между... Радуга и Кислым. Два главных конкурента, а мы с Вектора, походу, просто наблюдатели. Мы ничего не можем поделать. Я, блин, ни с кем не борюсь, я просто всегда борюсь. Ты, я ни с кем не борюсь, я всегда борюсь, что?
Я против себя борюсь, ты глупой. Занимаешься самокопанием, наверное. Да, самый злейший мой враг это себя сам. Чё ты решил? Я сам убью себя, уходи, лучше другими займись. Блин, не ту кнопку нажал. Молодец. Ну всё. Админ, дай собака. Умрёшь вместе со мной. Админ, дай собака пань. Ну было Enter, я пробил нажал. Ты умрёшь вместе со мной в следующем админе. Нет, следующий будет ход эд статуя. По-любому. Так я им ходил уже. Ты что-то не заметил. А, тоже замечу. Блин, коти убьешь. И себя убью. Я коте потом покажу, она обидится. Все. Возможно. Ой, воспользую возможностью, передам привет маме и коту. Да, семейное положение. Живу с котом. У меня примерно так и есть ВКонтактике. Это мимчик такой, блин. Ни хрена себе, какой символ солнца просто. Свастику еще мне тут нарисую. Слышите, давайте балками свастику нарисую. Не, ну это уже чересчур. Все, это уже 21 плюс. Это уже, блин, 99 плюс. Тычком. Прилетит он туда или нет? Ладно. Да, прилетит. Отлично. Блин, я думал, не прилетит. Один американец засунул в попу палец. Один американец засунул в попу палец. Случайно не обамка, обезьян? А, я во всяком случае сделал то, что я хотел. Балконы! Ой, наконец-то ты открылся. Тоже хотел об этом сказать. Я могу использовать вот эту вот фигню. Ты шо? Сука, дикий. Супер овца. Ай, блять. Мне кажется, ты не попадешь. Чуть-чуть. Ебать, не повезло, пацаны. Сука, страшно теперь. Ааа, страшно. Лучше убей. Убей, не бей, лучше обоссы. Так страшно, что лучше. Опять ноги отпиливаете, ну сколько можно? Ты ко мне доберешься, я тебя сейчас нахуй убью, блядь. Это игра про отпиливание ног. I felt a breeze. О, кстати, ты можешь добраться до него. Да мне похуй вообще. Как он добраться? Я сейчас гранату себе под ноги кинусь. Сейчас боженьку будет мочить. Что это, блядь? Да, где твои веревки? Планы строят, чтобы я кого-то еще завалил. Давай, линеечку. Вот так, отлично. Хоть что-то сделал. Нееет. Вин. Нееет. Виктория. Аба Виктория. Ooh, there were batteries left. Че это за голос? А хуй его знает. Наверное, голос Кармака. Какой голос Кармака? Наверное, очень умный. Восемнадцать плюс. Все правильно. У меня теперь Малестия спит. О, прикольно. Малестия спит на ножке огромной Малестии. Сука, гигантская, блядь. Прям рекурсия открыта. Прям да. Ух ты. Тебе еще и пиксель ебаный спас. Что он там достал? Че ты достал? Ничего, не важно. Если ты достал ослика, то эта игра все, это готовая игра, гагашечка. Блин, секретики. Это секретики. Сюрприз, ебать. В дневничке напишет, что поймут. Дорогой дневник.
Сегодня я подобрал то-то и то-то. Окей, закину туда. 4. Сегодня я подобрал паяльную лампу. 4, 3, 2, 1. Давай! Ну блин, надо 3 было. Блин, мне везет в этой игре почему-то. Хотя я делаю все возможное, чтобы мне не везло. Да, сэр! Так. Блин, у меня само больше здоровья. Что делать? Что делать? Я чё? Исправлю. Что делать? Гранату под ноги. О, чё нахуй? Это не граната. Я тебя вообще не слышу. Что ты мне хочешь объяснить? Я не хочу. Захожу я, короче, на вашу запись. Чуваки сидят, дружат с меня. Пиздец. Ты об этом пожалеешь. Yes, sir. Об этом пожалеешь. Это я об этом пожалеешь. От него надо быстрее избавиться, а то он тут, сука, опасный, блядь. Да, избавляйся от этой мыши. Я попаду? Нет. Нет, не попаду. Да ты через верх кидай, блядь, ты убьешь его нахуй. Троечку. Где твои веревки? Мои? У меня. Не хочу тратить. 3, 2, 1. Да. Понимаешь, теперь он будет ходить, блядь, своим чакки. You had it coming. Знаешь, мне пиздец. О, наконец-то, наконец-то. Я дожил до этого. Теперь шансы равны. Нет. А, это не такая смерть. Блин. Это хреново. Хотел. Кстати, у нас же весы есть. Вы спидозники. Все, какашечка. Да хрень какая. Отлично. Мне нравится, мне нравится. Замечательно. There were batteries left. Just you wait. Yes, sir. Телепорт сюда. Тут я тебя точно везде достану. Опа. И боженька Вика тут. Слава боженьке Вик. А у меня есть кое-что для тебя. Yes, ай, блядь, все, проиграл нахуй. Почтовый голубь, да? Вот именно. Блин. Я выиграл. Веревка последняя. Такая напряженная игра, знаешь, 2 против 1. Там типа этот, там жандармы, жандарметки. Сюда. Пам-пам. Бля. Не зря. Убил 2 червей. В следующий раз я запомню, что там есть этот. Что? А там что там? Принцесса спит. Что у тебя есть, голубь?